Рамазан Эмеев подписан в UFC. Весть об этом любители ММА желали услышать уже на протяжении нескольких лет. Теперь контракт заключен, боец ведет усиленную подготовку к долгожданному дебюту. На одной из таких тренировок побывал Курбан Рагимов. Две тренировки в день при решительном настрое только на победу. К дебюту в самой престижной бойцовской организации мира Рамазан Эмеев готовится основательно. Утренние занятия на море или в горах, вечером тренировки в родном Горце. Все это совмещается с работой по индивидуальной программе во всех аспектах. В принципе, есть время на подготовку. Подготовка – это 90% моей победы, можно сказать. Я всегда вот так думаю. Будут сборы в горах, будут сборы на море. Все сделаю, чтобы достойно выиграть, красиво, достойно выиграть. Мне по-любому эта победа нужна. Выступлением в американской организации UFC Эмеев созрел уже давно. Экс-чемпион М1 имеет в своем послужном списке 15 победных боев и по праву входит в топ-25 лучших средневесов мира. Можно было еще давно тоже перейти в UFC, но я ни о чем не жалею, честно сказать. Я здесь тоже неплохо и в рейтингах набрал, и во всем. Я доволен всем. После месяца Рамадана уже приступил к интенсивным тренировкам, уже хочу, чтобы уже назначили бой. Я-то сам хочу, где-то на 2 сентября будет турнир в Роттердаме, 2 сентября вот к этому турниру хочу подготовиться. При подготовке к серьезным стартам важна каждая мелочь. В фитнес-клубе «Премиум» боец UFC нашел все условия для занятий, от зоны для единоборств до просторного тренажерного зала. В этом зале преимущество, что он огромный реально. И все необходимое в одном месте все собрано. Я в этот зал уже хожу, уже можно сказать, 2-й год. Здесь все необходимое для того, чтобы подготовиться к бою. Здесь даже вот ковер, качковые вот принадлежности, даже парная, все есть. Выходы из зала, даже вот кафе, все необходимое, все рядом. В принципе, прилег, вот это то, что все здесь под рукой, и сам зал находится в центре города. Занятия по душе здесь найдут те, кто хочет укрепить свое здоровье и быть в прекрасной физической форме. Зал оснащен профессиональным оборудованием для эффективных тренировок. Опытные инструкторы найдут подход к каждому. Фитнес-бар, наличие финской бани и уютных душевых дают возможность для комфортного отдыха после занятий. Я здесь занимаюсь уже 2-й год в этом зале. Здесь есть отличная кардиозона, тренажеры премиум-класса, здесь есть отличная финская баня, здесь есть маты, здесь есть груши, здесь есть заниматься разносторонними видами спорта, поэтому я и выбираю этот зал. В эти дни с 26 июня до конца месяца в фитнес-зале премиум грандиозная акция. Любой желающий привести мышцы в тонус получит скидку 50% на все абонементы. Курбан Рагимов, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала.